Hello guys, this is Klava Translate. И сегодня у меня в выпуске очень популярная и крутая песня The Weeknd, I Feel It Coming. Если честно, я очень люблю The Weeknd, но как только я начинаю вслушиваться в эти слова, я думаю, что? Поэтому максимально близко к тексту я перевела эту песню, сейчас ее будут слушать обычные люди. Здравствуйте, а вы любите мои песни? А вы кто? Blackstar, это Тимур. А, Blackstar? Да. Да, конечно, люблю. Твои глаза. Нет, это не моя песня, подождите. Ты знаешь, кто такой The Weeknd? Да. Тебе он нравится? Нормальный чувак. I feel come, baby. Да, нравится. Хорошая песня? Отлично. Как думаешь, она о чем? Я на подходе. О чем-нибудь таким романтическом? Ну, наверное, про тусовки, про отдых. Это что-то эротическое? О любви. О любви? Ну, я люблю, когда девушки о любви поют. Я перевела одну из его песен, послушай, что получилось. Ты? Да, я. Я могу и не спешить. Кисочка, не уйдь. Кисочка, не усложняй. Прими это как есть. Я вижу по твоим глазам. Они ведь никогда не врут. Я чувствую, как ты дрожишь. И жаришку между ног. Боишься ты любви. Ведь что она сделала. Не стоит. Это следующий трек у тебя, да? Ягодка спелая. Я просто прикоснусь, чтобы освободить тебя. Нам некуда спешить, пока давай, я с тобой любя. Это секс? Это я на подходе. Я на подходе. Я на подходе, детка. Я очень скоро. Мне кажется, тебя возьмут в группу USB. Я очень скоро, детка. Я на подходе. Детка, я уже на финише. Я на подходе, детка. Я очень скоро. Будет? Я очень выключи скоро, это все. Выключай быстро. Ну, прости, моя девочка, но я тебе. Кисочка, не усложняй. Прими это как есть. Я вижу по твоим глазам. Они ведь никогда не врут. Я чувствую, как ты дрожишь. И жаришку между ног. Боишься ты любви. Ведь что она сделала. Не стоит. Это следующий трек у тебя, убегать, да? Ягодка спелая. Я просто прикоснусь, чтобы освободить тебя. Нам некуда спешить, пока давай, я с тобой любя. Это секс? Это я на подходе. Я на подходе. Я на подходе, детка. Я очень скоро. Мне кажется, тебя возьмут в группу USB. Я очень скоро, детка. Я на подходе. Детка, я уже на финише. Я на подходе, детка. Я очень скоро. А в конце будет? Я очень скоро, детка. Выключай быстро.